Привет моим дорогим зрителям! Для тех, кто присоединился к моему каналу совсем недавно, хотела бы отметить, что все видео с названием «Наш новый дом» сняты несколько раньше. Я их размещаю, как правило, через один наряду с новыми видео. Говорю для того, чтобы у вас не было путаницы. Мы уже подходим к финишной прямой и скоро уже будут готовые рум-туры. Ну а пока в этом видео вы увидите продолжение моих покупок аксессуаров для дома, также последние крупные походы в магазин с покупкой самого необходимого. Так что, если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Я вам уже показывала покупки для ванной комнаты, для спальни. И это уже продолжение о каких-то тоже мелочах, аксессуарах, то, что я купила в основном в Икеа, некоторые вещи в Хофф. Все самое необходимое, на мой взгляд. Так что приступим. Итак, не обращайте внимания на эти ручечки, которые мне будут мешать. Начнем вот с этой корзины. Такая вот корзина для белья. Я купила в Хофф ее. Сюда я положила все, что для детской. Почти все. Значит, купила в Икеа вот такое постельное белье. Мне очень нравится такая расцветка. Вообще обожаю вот подобного плана расцветки детские. Это подушка на табуретку в детской. Вот это тоже. Это сама табуретка. Ну, дети уже, понятно, все вытащили. В общем, это сама табуреточка. Дальше это просто плед, который нам подарили. Вот это еще. Еще одно постельное белье детское. Очень классно, потому что здесь очень много предметов разных. Можно их поназывать перед сном, учиться. Смотрится вот так вот. Тоже замечательно. Ну, как я уже сказала, я очень люблю такое постельное белье. Так, ну и вот это вот просто простыня на резинке. Следующее. Это вот такие подушки на барные стульчики наши. Только будет рисунок не такой, а вот сейчас покажу. Они просто двусторонние. Вот с таким рисунком как раз подходит под нашу мебель. Ну и вообще под интерьер. То есть две такие вот подушки на барные стулья. И два пледика я еще купила. Этот я положу на диван. Мне нравится, когда на диване есть еще и плед, и подушки. То есть такой вот уют создается. А этот плед я купила к Новому году. Там уже видно, я еще не определилась, что будет тоже или на диван. Но на диван вряд ли, скорее всего, даже на кровать. То есть именно для новогодних дней тематики. Далее я взяла еще две такие подсвечники. Просто пускай будут. Мне нравятся такие вообще стеклянные. Мне все нравится стеклянное, я вам уже говорила. И взяла вот одну такую свечку. Ну, я думаю, вы не обращаете внимания, да, на беспорядок. Это очевидно, что перед переездом будет беспорядок. Дальше пошли подушки. Ну, видите, подушки, они вот так вот запакованы. То есть я взяла вот такие вот квадратные 50 на 50 подушки и взяла к ним наволочки. Вот это вот тоже к Новому году. А остальные там будут они уже всегда. То есть у нас будет акцент бирюзовый, как я уже говорила. То есть вот, смотрите, вот эти вот два бирюзовых. Вот это вот на подушку, которая удлиненная. Она будет в качестве подлокотника. Знаете, вам без подлокотника. Вот эта подушечка. Вот. Ну, в общем, увидите, конечно, в итоге, что из этого всего получится. Вы наверняка скажете, что подушки не являются самыми необходимыми атрибутами, но смотря какой диван, понимаете, наш диван, он такой, что ему обязательно срочно нужны подушки, чтобы он смотрелся красиво, поэтому, так как он такой, да, более простенький, они считают, что идут в комплект. Дальше это, кстати, мы собрали газеты, собирали все это время для того, чтобы запаковать посуду, очень, кстати, тоже хороший совет, имейте в виду перед переездом, собирайте газеты. Это контейнер для мусора. Вот такой вот, черный, стандартный. Что еще хотела вам показать? Это вот такая вот штучка. Это органайзер для того, чтобы положить в ящик, где будут всякие половники, лопаточки для готовки. Ящик наш будет прямо под варочную поверхность, да, под газовой панелью. То есть очень удобно так. Открыл ящик, и там вот все здесь организованы. Приехала в Икеа закончить покупки. Пока что все получается по плану, все как рассчитывала, все выходит даже немножко дешевле. Это очень радует, потому что могу выбрать что-то из дополнительного списка покупок. Посмотрим, как получится. Пожелайте мне удачи.
влюбилась в эту композицию. Взяла мою любовь в контейнеры для сыпучих, чтобы все были одинаковые, чтобы ничего не лежало в пакетиках, в каких-то упаковках своих, а чтобы все было аккуратно в контейнер. Кстати, они стоят вообще недорого. Это чувство, когда в тележке уже нет места. Все, финишная прямая. Посмотрим игрушки некоторые. И все. Я уже очень устала, хотя это приятная усталость, конечно. В общем-то, много чего успела за сегодня сделать. Все, что нужно было. Все, что планировала, в принципе, сделала. Посмотрим, что из этого получится. Все. Уж не верится. Эта мелочевка уже последняя партия. Дальше уже, если что-то будет, то будет так по одному, по две штучки. Ну, не в таких уже количествах. Объем будет не такой. И я очень рада, что у нас все-таки получилось некоторые еще купить элементы декора, потому что я думала, что будет вот просто тупо одна мебель и все, и так будет смотреться не очень красиво. Но, слава богу, до Нового года у нас получилось добрать еще чего-то такого красивого.